сидели, отдыхали, наши тренерские штучки. Да, ну, собственно, сейчас должна начаться у нас уже каточка. И человек с камерой с надписью «Став». Опа, волна пошла, хорошо. Витян, ты готов? Давай, а когда так, мы... Сейчас. Мы с другой стороны должны быть. Сейчас, вот мы до нас. Смотри, смотри. Не-не-не, смотри, сейчас до нас идет. Мы попали, интересно? Я надеюсь, да. Еще круг пошел. Еще. Смотри. Так, я вынужден отпустить куб. Это, я готов пускать. О, лучший круг. Не, ну волна, в принципе, неплохо получается. Да, кстати, нормально. Дотеры тимплейные. И давай, поехали. Мы попадаем, интересно? Или на нас косо смотрят? Не-не-не, мы нормально попадаем. Мне кажется, ОД Пиксель не понимает вообще, куда он попал здесь. Ты... Смотри, он как-то нехотя этим занимается. Я следил за ним. А сколько раз это будет происходить? Я устал вставать. Я тоже не знаю. Да я... Слушай, я в спортзале столько не приседаю. Уже хватит? Что это, 10 кругов ада? Кого мы призываем? Какого хрена? Я думаю, что дело в Питлорде. Мы Питлорда призываем? Возможно. Я хочу Питлорда. Так, а ну, стой. Так, говорит, у нас в команде. Опа, пошла жара, да. И он идет, этот. Он как тренер по боксу. Да, действительно. Тухайс не похож на боксера. И вот он, Пупей. Да, и Феррари там, я видел, тоже идет. Директор Артизи. Слушай, дернинг есть. Я, честно говоря, не особо следил за составами именно All Stars матча. Но я знаю, что там нет, к сожалению, наших ребят. Но я вижу, Фир идет. И они садятся. Они занимают свои игровые места. Оденьте американский флаг, а если шайсу. Это будет весьма курьезно, наверное. Да, наверное, да. Так, ну и вот. Ребята усаживаются. А как он играть будет? Я не знаю. Ему весьма неудобно, по-моему, вот этим крюком размахивать. Мне кажется, ему весьма неудобно будет сидеть полупопием на стуле. Вот, его так попытались комфортно. Прямо норм, по-моему. Возможно, мышкой будет управлять не слишком удобно. Просто будет перед ним сидящего, и все. Кстати, отличная это минус страта. На парочке сразу. Да, вот он, бёрнинг. Блин, реально, потом он сможет сказать, я бёрнинга хукал. А я хукал бёрнинга-то, между прочим, на втором-то саммите. Нормас. Я же на Пудж Варс отстал на 2 фрага от Бёрнинга. Я был на втором месте, Бёрнинг на первом. Артизи спрашивает, дадут ли денег, потому что ситуация плачевная. Она говорит, я 2-3 года играю в Доту. Примерно 1,5 ММР. По-моему, это 4К мусор. 1,5К. Все играют по 2 года? Все играют по 2 года. Ньюфаги! Слушай, да мы с тобой вообще 2 динозавра сидим. Получается так. И не поспоришь, как бы. Так, да, у Бёрнинга тоже напарник. Я, честно говоря, не особо понимаю принцип игры, который нам сейчас будут демонстрировать. Потому что вообще это впервые демонстрируется на всеобщей публике. Да, если что, мы не знаем, что будет происходить вообще. Да, нам сказали, ты с дилдо на голове, вот с этим вот, вот. Не трогай меня за вот это вот. Извини, не заводись. И ты с хуком на шее будешь сидеть и смотреть в центральный монитор. Там будет что-то происходить, ты должен шутить. Да, примерно так нам и сказали. Последний интернешнл. Последний интернешнл. Это была ключевая фраза. Я не понимаю, что они говорят. Не, ну я так понимаю. Я так понимаю, Айсу просто нравится его напарник. Какой именно? Слева или справа? Во, спрашивают про героя, которого ждет больше всего. Конечно же, это Питлорд. Так, о, Сумаил забыл, походу, в самолете оставить подушку. Я в некоторых фильмах видел такие... Не, ну он нормально сегодня играл. Ну и Саша Шахидов. Не, тихо. Давай вот эти вот шуточки оставим на потом. Прохладные? It feels...
Слушай, Сумаил недоволен. Чем? Не знаю, он чем-то недоволен. У него было недовольное лицо. Возможно. Возможно, стоит. Так, ну ладно, сейчас. Да, что-то он сказал про то, что ему, в принципе, нравится что-то там катать. Да, ну вот она была. Пуджу, по-моему, пуджу, что ему мышку нужно держать. Ты смотри, что он делает. Он реально сейчас будет куками кидаться. Показывает. Да, да, да. Говорит, габлыкте. Может, он тоже говорит, что подушка у Сумаила неплохая? Или никаких подсказок? Говорит, понимаешь, что ты сидишь с одним из самых крутых вообще игроков в доту в мире? Говорит, да, это очень круто. Ну, ты сидишь с одним из самых крутых игроков в мире. О, наш любимый Муши. О, Муши. Тонко-тонко, Муши. Тонко, да. Баба. Кто баба? Я зову... бабу сейчас скажу. Не, зовут баба. Это как из этого, из Фореста Гампа. Да? Да, там да. Баба разве был? Баба был. Он был примерно похож даже. Говорит, что чувствует себя немного некомфортно, потому что окружен людьми в десятки раз популярнее, чем он. Но теперь-то он тоже популярен. Я думаю, что коэффициент сократился значительно. О, Фир. О, Клинтон, который Лумис. Аудитория его очень горячо встречает. Нормально лысого приветствует. Да, 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 да. Скала? Скала. Дуэйн Скала Джонсон. Он на сушке просто. На азиатской. На рисовой? На рисовой, на рисовой сушке. Так, ну вот он, Феррари, конечно же. Что он сказал? Я не понял, какое-то длинное имя. Короче, он пытается подкатывать по ходу Кейси, она быстро его достаточно набрила. О, они чем-то похожи, кстати. Мы нашли к самому интересному, действительно. Вот реально, посмотри. Ну, не могу сказать, что одно лицо. Но какие-то черты есть схожие. О, приходит капитан. Капитан Пупей хотел сказать, но нет, это Чуань занял его место. Пупей нынче в роли подопечного. Да, видите, тоже толпа его очень как горячо жизнь, приветствует. Бей. Да, да, да. И вот это. Нормально. Я скажу тебе только три буквы. ФНГ. Да, да, да. Как ты отреагируешь на это? Говорит, это не может быть девушка. Вот это, кстати, в порядке. Да, жарко там было, видимо, в костюме. Но вот он, Даня. Злобный, злобный Даня. Ну, как собака отряхнулся сейчас. Да, по-другому не получится. Ножом-то не особо хорошо вытираться. Я слышал. Да. А говорили, не будет никого из СНГ. Да, ну как и могли вообще без... слушай, это же легендарно. Как можно вообще без Дэнди и Пупея? Только обычно они в разных командах. Дэнди на Пудже убивает Пупея. Ну да, я смотрю, совсем вжился в роль. Да, огромная толпа админов. Я вообще не представляю, что сейчас должно происходить. Да их тут больше, чем зрителей. Это как в Apple Store прям. Ну что, ехала? Наверное. Ну я надеюсь. Сейчас Донда разденут в нормальном смысле. Ну, я бы его немножко, да, снял экипировки. Нормально, рукава поправил. Все, поехали. Жарковато будет, Данич.
Говорит, ладно, я в эту игру заходил. Я в эту игру играл. Я разберусь, ребят. Все будет нормально. Чуань больше, чем Дэндик в костюме Пуджа. Хотел бы я увидеть Чуань. Он недовольный, ты посмотри на него. Чуань? Нет, Сумаил. Сумаил? Чем он недовольный? Как ты думаешь? Топ-3 интернешнл уже готово. Мне кажется, он недоволен тем, что он здесь. Не хочет играть. Дерзкий школьник. Дерзкий школьник? Да. Два. Садись, двойка. Родители завтра в школу. Родители на интернешнл. Не, ну Фир, в принципе, здесь, я думаю. Или... А, ну вообще, да. Или Юниверс. Опекун, наверное. Ну, Юниверс, я думаю, может и не на опекуна покатить. Так, ну пока там последние донастройки. Не, я был вообще в шоке, увидев Дэнди в костюме Пуджа. На самом деле, да, я думал, кого угодно. Возможно, Габен, думаю, там сидит. Не, я знаю, тут ходила девочка в костюме Пуджа, такая маленькая. Вот там опять показывают Даню. Причем мы с ним сидели, разговаривали, пошел матч, и этот крысюк мне даже не намекнул. Говорю, комментить буду, все дела. Да, а что там будет? Мышь! Мы, кстати, тоже с ним сегодня разговаривали. Мышь! Реально, мышь! Эй, Дэнди! И вот этот смайлик в чат. Да. Ну что, последние настройки. Кому же достанется чиз и чизята? Чиз и... Или чизеныши? Я бы подбежал, на самом деле. Кусман-то спер. Давно можно хотя бы чизеныши увезти? Чизеныши можно, да. На память. Custom Games. TI5 All-Star Match. Ну, как видите, это на Реборне, на движке новой Доты. И через 3 недели это будет доступно, ребят. Она сказала об этом, что всем станет доступно через 3 недели. Через 3 недели или через 10 дней? Через 3 недели, по-моему. Я вот запамятовал. Ну, ничего страшного. В общем... Ты будешь спорить с моим Perfect English Skill'ом? Ты мне тут побазарь еще. Ты все, помнишь, все. Что... Попустись. Ты у меня под контролем. Попустись. Как бы. 10-10. Это нормальная заруба в доте? Я не знаю, что это будет за заруба. Вообще не понимаю. Интересно, а будет решафл? Или дисбанд сразу после игры? Это же команда все-таки. Ну да, как там, сыгранный, сплоченный коллектив. Сейчас найдет себе уже новых тиммейтов на следующий интернешнл. Не, ну там вон Бёрнинг сидит. Бёрнинг неплох, но только на антимаге. Если его сейчас забанят, то... Так, говорит, это all pick. Так, поехали. Radiant и Дайры. О, хост, туннель. 23 секунды. Артист очки наоборот надел. Ну, я думаю, что... не хватает за ухо. Я думаю, стоит ему намекнуть, потому что так произошло. Уже сколько стафа. Пупей с Дэнди заговорили. Решафлы? Решафлы. Грядут решафлы. Да, друзья. А он говорит, мы с тобой в одной лодке. Опа. Все, зашел. Пудж. Пуджик? Дэнди взял Пуджика. Вот он, Дэнди на Пуджике. Куда ж без него. Тускай. Да, я слышу. Вот эти трайхарды. Давай Бёрнинг антимага возьми только. И смайл минера. Да, можно и так. Так, просит Мипера очень сильно. Фуриончик, Вивертини. И... Текис есть! Есть Текис, хорошо. И последний пик. В зал скандирует Питлорд. Ну и будет ли он? В прошлый раз нормально бахнул, я тебе так скажу. Надо поднять тоже за стул. Так,